Ехать осталось недолго. Всего 3 часа. Это хорошо. Я уже соскучилась по маме и Ксюше. Обычно ты любишь оставаться дома. Не хочу. Со мной постоянно происходят странные вещи, пап. Да уж. Но доктор сказал, что обморок – это причина недосыпания. Где уж тут выспаться, если все время мерещатся призраки? Да. Надо с этим что-то делать. Что? Я не знаю. Ну, про бабушки Полины было так же. Рассказывали, что она была ведьмой. Это неправда. Откуда ты знаешь? Осторожно! Вот чудак! Эх, молодежь, совсем жизнью не дорожат. Надо выйти и спросить, все ли у него в порядке. Нет, папа! Давай скорее уезжать! Мне страшно, пожалуйста! Ну, хорошо, хорошо. В конце концов, мы же его не задели даже. Вот именно! Быстрее, пожалуйста! Настя, мне страшно. Что случилось? Я снова видела его. Кого? Джеффа-убийцу. Блин, он стоял на дороге, и мы его чуть не сбили. Ого, я не знаю, что делать. Я уехала из дома, чтобы он меня не нашел. Но он все знает. Он знает, где я. Это плохо. Это что такое еще? Что случилось? Да что-то с радио. Почему ты не спишь? Завтра заеду в сервис. Раньше такого не было. Ну вот опять. Это был его голос. Из радио. Кошмар. Аузу, ты взяла его? Да. Но я не могу каждый раз просто замораживать его. Это надолго не помогает. Да, я это уже поняла. Настя, наверное, придется делать то, чего не хочется. Что ты имеешь в виду? Вызывать Баку. Другого выхода я не вижу. Да, вызывай прямо сейчас. Не могу сейчас, я в машине с папой. Ну, значит, вызывай при первой необходимости. Да, ты права. Пап, почему мы остановились? Да какие-то странные звуки в двигателе. Я сейчас. Надо проверить. Нет, нет, пожалуйста, поехали. Ну, Соня, ну ты чего? Не будь ребенком. Сейчас только проверю и поедем дальше. На улице темно. Почему мы поехали ночью? Ну, ты ведь сама не хотела оставаться дома. Ладно. Давай скорее. Настя, папа остановил машину. Мне страшно. Зачем? Я не знаю. Что-то с двигателем? Ну не бойся, достану Зу и закрою двери. Да, ты права. Ну чего ты боишься? Ведь папа с тобой, он взрослый, что-нибудь придумает. Да, я знаю, но Джефф маньяк-убийца. Если он нападет на папу... Сонь, перестань, все будет хорошо. Папа! Настя, мне очень-очень страшно. Папа вышел из машины и до сих пор не вернулся. Ну ты же закрыла двери. Сиди и жди. Замки на дверях открываются. Сами. Я стучала в окно, но он не слышит. Попробуй нажать на гудок. Да, точно. Не помогло. Может, позвонить в службу спасения?
И что сказать, что за мной охотится дух Джеффа-убийцы? А это еще что? Где мой папа? Ты знаешь, что нужно сделать. Отдай мне книгу, и тогда он вернется. И не вздумай достать свой пульт. Хорошо, я отдам тебе книгу. Настя, Джефф похитил папу, и он требует в обмен книгу Баку. Нет! Что же делать? У меня есть план. Какой? Настя, я сейчас вызову Баку, и он притворится мной. А ты должна ему все рассказать по телефону. Хорошо, давай. Баку-пожиратель снов, приди. Баку-пожиратель снов, приди. Баку-пожиратель снов, приди. Скучали без меня? Здесь кто-то есть? Баку, за книгой снов охотится Джефф-убийца! Ха! Глупая девчонка! Что вы опять натворили? Джефф похитил папу Сони и требует выкуп, книгу снов! Я гляжу, моя книжка никому покоя не дает! Ты должен прикинуться Соней, встретиться с Джеффом и отправить его в царство снов! Задание принято, мой командир! Эй, Джефф! Вот книга. Забирай скорее. Положи книгу на землю и подними руки. Я должен убедиться, что у тебя нет пульта. Вот, никаких пультов. А теперь можешь идти в машину. Ну окей, но мне нужно убедиться, что с отцом все в порядке. Обернись. Он спит сном младенца. И ты иди к нему. Окей, уже иду. Забирай свою книжку. Наконец-то она моя! Эй, Джефф, но мне надо кое-что тебе сказать. Что? Ха! Джефф-убийца! Силой, данной мне волшебной книгой, я отправляю тебя в царство снов! Ха! Задание выполнено, мой командир! Ура! Спасибо, Баку! А дядя Гриша? Он спит за рулем, как младенец! Джефф в мире снов, так что все на своих местах! Не совсем. А что не так? Баку, а как же Соня? Мне нужно сказать заклинание. Почему все время все заканчивается именно так? Прости. Баку, пожиратель снов, в кошмарах живущий и кошмары жрущий, приказываю тебе... Вернись в царство снов и забудь о мире яви. Выйди из тела, коим завладел обманом своим. Алло, Настя, все получилось? Да, Сонь, как всегда. Баку с ним справился. А папа? Что с ним? Не переживай, Баку сказал, что он спит. А... Ладно, Настя, я потом перезвоню, буду будить его. Хорошо, только звони не раньше 12 дня. Спокойной ночи. Папа, папа, очнись! Что? Я что, уснул за рулем? Мы не попали в аварию? Нет-нет, все хорошо. Ты просто вышел, посмотрел под капот и сказал, что все в порядке. А потом пришел, сел за руль и уснул. Странно. А мне приснился тот чудак, которого мы чуть не сбили по дороге. Пап, это все недосыпание. Поехали. Да, поехали. Друзья, на канале Непета появилась функция спонсорской подписки.
Спонсорам моего канала будут доступны эксклюзивные видео с секретами и неудачными кадрами со съемок, а также спойлеры и анонсы новых видео. Кнопка «Спонсировать» находится рядом с кнопкой «Подписаться». Надеюсь, вам понравилось это видео и вы поставите ему лайк. Подписывайтесь на мой канал и обязательно нажимайте колокольчик, чтобы увидеть новое видео самым первым. Спасибо за просмотр и пальчики вверх. До встречи на канале Непета Страшилки.